Привет! Привет! Вы смотрите дневники шестых международных спортивных игр «Дети Азии». По итогам 11 июля Сибирский федеральный округ продолжает лидировать на соревнованиях по легкой атлетике. Всего здесь участвует 279 спортсменов из 21 страны. В барьерном забеге на 100 метров золотую медаль завоевала Шин Чо Йен из Гонконга с результатом 14,56 секунд. Серебро – Уилам из Гонконга, бронзу – Хан Джи Роу из Китая. В забеге на 800 метров золотую медаль завоевала спортсменка из Сирии Дану Лурин. Серебро – Ольга Радивошкина из команды Сибирского федерального округа. Бронзу – Анастасия Дудко из команды Дальневосточного федерального округа. В забеге на 2000 метров с препятствиями золотую медаль завоевала Екатерина Домнина из команды Уральского федерального округа. Серебро – Маристаэла Кейпи Васанти из Шри-Ланки. Бронзу – София Врублевская из команды Дальневосточного федерального округа. По прыжкам в длину золото команде Сибирского федерального округа принесла Алиса Казарова. На втором месте оказалась Валерия Остапенко, Дальневосточный федеральный округ. Бронзу завоевала Ксения Зеленцова из Казахстана. Среди юношей в забеге на 110 метров с барьерами золотую медаль завоевал Тимофей Ватаев из команды Сибирского федерального округа. Серебро у Андрея Ворончук, также из команды Сибирского федерального округа. С третьим результатом эту дистанцию пробежал Леонг Хой Ю из Гонконга. В забеге на 800 метров в двойке лидеров оказались представители из Казахстана. Золото у Эдгара Захаров, серебро у Николая Петрова. Тройку лидеров замкнул Николай Калачиков из команды Республики Саха-Якутия-1. Еще одну медаль, но уже золотую в копилку команды Якутия-1 принес легкоатлет Иван Ржаков в забеге на 2000 метров с препятствиями. Серебро завоевал Эдуард Джон Буэнависта из Филиппин. Бронзу Лаксан Супун Эканаяки из Шри-Ланки. Одиннадцатого июля на стадионе «Юность» прошел матч по футболу между командами Республики Саха-Якутия и Кыргызстана. Сборная Якутии проиграла со счетом 3-0. Первый гол в ворота хозяев поля сборной Якутии был забит уже на второй минуте матча. Прошло около 5 минут, и футболисты сборной Кыргызстана сумели забить второй мяч. Во второй половине первого тайма гости забили третий гол, установив окончательный счет матча 3-0. Следующий матч сборной Якутии состоится 13 июля в 5 часов на стадионе «Юность», где команда республики встретится со сборной Сибирского федерального округа. В спортивном комплексе «Мадун» завершились финальные соревнования по настольному теннису, по одиночным играм среди девушек и юношей, а также между смешанными парами. Всего в состязаниях приняли участие 52 спортсмена из 16 стран. Среди юношей победителем стал представитель Кореи Ву Хьянгю. В финале он со счетом 3-1 переиграл своего соотечественника Чо Де Сунг. Бронза досталась Йен Книнг Ричарду из Гонконга. Среди девушек золото завоевала Чой Хиюн, Корея. Второе место заняла Рью Хана, Корея. И тройку замкнула спортсменка из Гонконга Вонг Чью Яо. В смешанных парах также победу одержали теннисисты из Кореи Ву Хьянгю и Рью Хана. На второй ступени пьедестала Йенг Пулан и Лэнг Каван, Гонконг. На третьем месте расположились Чо Де Сунг и Чой Хеун, Корея. Также 11 июля в Ледовом дворце Элей Ботур завершились соревнования по дзюдо. Схватки прошли в весовых категориях 70, 78, свыше 78 кг у девушек и 81, 90, свыше 90 кг у юношей. В весе 70 кг у девушек золотую медаль выиграла спортсменка команды Уральского федерального округа Ангелина Курбатова. Серебряную медаль унесла дзюдоистка из Сибирского федерального округа Кристина Шогирадзе. Бронзовые медали получили Арджалым Орзбаджадж из Казахстана и Юлия Аман из Якутии-2. В весе 78 кг у девушек первое место заняла Виктория Соколова из Уральского федерального округа. Серебро у Анастасии Бочкаровой, Якутия-1. На третьем месте представительница команды Монголии Нергуй Цангелчулун и спортсменка из команды Якутия-2 Ольга Лихота. В весе свыше 78 кг у девушек золото досталось спортсменке из команды Якутия-1 Кристине Гурьяновой. Серебро досталось Зарине Кахоровой из Сибирского федерального округа. Бронзы у Софии Стрелковой Дальневосточного федерального округа и Саптанат Оспановой из Казахстана. В весовой категории до 81 кг золото завоевал Захар Грудзев из Уральского федерального округа. Серебро Джахангари Маджидов, Таджикистан. Бронзу разделили Избасар Ирлаев из Казахстана и Илья Калашников из Сибирского федерального округа. В категории до 90 кг первое место занял Кирилл Бондарь из Москвы, второе – Джафар Акбарли из Азербайджана, третье – Ян Родин из Уральского федерального округа, Данил Даниленко
из Дальневосточного федерального округа. В весовой категории свыше 90 килограммов победу одержал Михаил Махинья из Москвы. На второй ступени пьедестала Анатолий Огурцов из Сибирского федерального округа. Бронзу завоевали Алексей Синицын из Уральского федерального округа и Чиенгинбатор Нацакдорж из Монголии. Двенадцатого июля прошли соревнования по баскетболу среди юношей, полуфинальные бои по боксу. В соревнованиях по волейболу сыграли женские команды Сибирского федерального округа против Китая и Монголия против Уральского федерального округа. Юношеская команда Туркменистана встретилась с Дальневосточным федеральным округом. На стадионе Туймада продолжились соревнования по легкой атлетике. Состоялись финальные забеги среди юношей и девушек на дистанции 400 метров с барьером, предварительные забеги на 200 метров, а также состязания по тройным прыжкам. Также прошли соревнования по тхэквондо, борьбе хапсагай, футболу, шахматам, шашкам и якутским прыжкам. Подробно о результатах вы можете узнать в разделе «Дети Азии» на портале yasia.ru. Вы смотрели дневники шестых международных игр «Дети Азии». Следите за главным событием этого лета вместе с нами. Пока!